Большинство несовершеннолетних преступников – это трудные подростки из неблагополучных семей. Такое заявление было сделано на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В Петроградском районе в 2015-м 26 несовершеннолетних юношей и девушек уличены в 21 преступлении. Причем восьмерых несовершеннолетних полицейские называют рецидивистами. Основные виды совершенных преступлений – кража, распространение наркотических средств и грабеж. Пятеро подростков в настоящее время арестованы и находятся в местах лишения свободы. Остальные либо условно осуждены, либо находятся под следствием. По итогам 2015 года на учете в полиции состоит 72 ребенка. Анализ показывает, что 95% несовершеннолетних преступников – это трудные подростки из неблагополучных семей.